Высокое качество цифровых валютных услуг. За 2016 год американские пользователи криптовалют подали всего 7 жалоб в Американское бюро защиты прав потребителей. 4 из них были поданы на Coinbase, остальные 3 – на Circle. Обе компании специализируются на криптовалютных транзакциях. Проанализировав свою базу данных, Бюро защиты прав потребителя выявило, что только одна жалоба была подана в категории мошенничества или афера, остальные 6 были отклонены из-за несущественности.